Итак, как надевать комбинезон на собаку? Вот у нас тут есть с вами отверстие. И оно должно быть, друзья мои, по диаметру не меньше, чем ворот. Так, мы собираем все это вот так. Берем нашу собаку. Раз, натянули на голову. Распрямили. Надели передние лапы. Раз. У меня собака, понятно, манекен. На живую вы ее не кладете, она у вас просто стоит, вы поднимаете лапку и надеваете. И таким же образом задние лапы. Вот она у нас типа стоит. Он у меня на трех лапах стоять не может, поэтому утрировано. Ну, конечно, комбинезон вязался не на Рексика, но занимает это, как вы все уже увидели сами, меньше минуты. Конечно же, можно делать на застежке, хоть здесь, хоть здесь. Но, друзья мои, вы абсолютно те же действия совершаете. Продеваете лапы в ворот, а потом еще застегиваете. Я много раз пыталась связать для заказчиков по их просьбе на застежке свитера. Более того, у меня эта модель отвязана сейчас. Я ее вязала для книги, и мы с вами дополнительно разберемся с ней. Но я рекомендую вязать цельно вязано. Это проще вяжется, легче носится и быстрее одевается.